Не буду, поезжай обратно. Дождешься ты у нас, Маркарян. И вот я лечу. 5 часов лечу. Вижу нашу стройку в эко и говорю себе, что это и моя стройка. Меня прекрасно принимают. Дают газы к 69. Прости, дорогой, я сейчас очень занят. Что значит занят? Что значит занят? Мы вам поставили замечательную проволоку, а вы ее превратили в бутыль сырье. Я же объяснил, вы прислали проволоку очень низкого качества. Что значит низкого качества? Слушай, зачем такие вещи говоришь? Опять наряды не подписал. Десятки раз предложение. Переходящее знамя, а он говорит низкого качества. Дорогой товарищ, не морочь нам голову, пожалуйста. Вы свободны. Пожалуйста, пожалуйста, как хотите. Один остроумный человек правильно сказал. Мать снимает стресс. Я не ругаюсь, нет. Но закрыть надо было ее. Ведь ее люди сделали. Стройка века. Что у тебя тут на площадке происходит? Что у меня происходит? У меня порядок. Вот, панелями завалили. Невозможно работать. Зря шоферов обижаешь. Да, их обидишь, как же. Привозят панели, какие хотят. 10 раз звонил. Им наплевать. Людей хватает? Хватает, даже лишние есть. Ну, знаешь, лишние люди бывают только в литературе. Не надо было брать бригады с Литейного. Они здесь друг другу мешают. Сами видите. Ни о чем, кроме главного конвейера, и не помышляй. Забудь о других объектах. Маркаря! Раствор поступать перестал. Потом, потом. Как перестал? Комсомол конкурс объявил. Соревнуются. Какой конкурс? Комсомол конкурс штукатуров объявил в школе новостройки. Сергей Сергеевич! Сергей Сергеевич, я прошу прощения. Пожалуйста, несколько слов о сегодняшнем дне строительства. Ну, мы сейчас взяли новые соцобязательства, бросили на степную все самое лучшее, лучшие рабочие руки, лучшую технику, которой вооружила нас страна. В общем, пройдет немного времени, и степная даст лучшую в стране машину. Ну, будем надеяться. Большое вам спасибо. Ты снял? Теперь пойдем вот туда. Прораба ко мне! Быстро! Нам и так цены нет! Здравствуйте. Здравствуйте! Как хорошо, что вы приехали. Проходите, пожалуйста, знакомьтесь. Вот директор школы, а это начальник строительства. Очень приятно, здрасте. Познакомьтесь, пожалуйста. Это наши ветераны. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы так вам благодарны. Первая бригада 13. Хорошо. Вторая бригада 15. Молодцы. Мы так вам благодарны за то, что вы уделяете ученикам такое внимание. Посмотрите, посмотрите, какие ребята выросли у нас в степной. Сергей Сергеевич, может быть, вы скажете пару слов? Ребята будут очень благодарны. Мы вас очень просим. Пожалуйста. Дорогие наши пионеры и школьники, вам жить здесь, в степной. Для вас весь наш труд. А вы продолжатели замечательных рабочих традиций нашего города. И мы сделаем все для того, чтобы вы выросли настоящими рабочими людьми. Вот так, как эти тети. Сергей Сергеевич, я здесь не пустое место. Почему вы взяли на главный конвейер 2 лучшие бригады Эльдара Стёшкина?
Я буду поправлять тебя, пока ты не поймешь, что сейчас основная задача – это главный конвейер. Что такое две бригады? Я сознательно оставил их на Литейном. Там и так мало народа. Да в том-то все и дело. Необходим психологический поворот. Когда еще был приказ о том, что Литейный временно консервируется? Приказа не было. Но было распоряжение. А ты продолжаешь гнуть свою линию. Ты думаешь, я не вижу, что работы на Литейном потихоньку, но ведутся? Что это? Саботаж? Да это логика. Логика строительства. Нельзя консервировать построенный на 2/3 объект. Если есть логика, так это логика нашим и вашим. Диспетчерская слушает. Кто вам дал право оставлять главный конвейер без бетона? О чем вы там думаете? Никто не отменял вашего решения, не кричите. Речь идет о десятке машин. Было решение комитета комсомола. Нет, я этого так не оставлю. Я вам покажу конкурс имени Чайковского. Я к вам. В чем дело? Я подготовил письмо в вашей редакции, некогда, как вы просили. Но это же срочно! Что у вас там? Гарантийное письмо. Давайте я подпишу. Пожалуйста. Кто, в конце концов, разрешил этот конкурс? Я. Дети 1 сентября должны идти в школу. Ну ладно, дело не в школе. Я дал распоряжение перебросить 4-й башенный кран на главный конвейер. Его до сих пор не перевезли. Ну почему игнорируют мои распоряжения? Этот Мячкин тоже строит из себя часть Гарольда. Сергей Сергеевич, я думаю, вас волнует не 4-й кран и не Мячкин. Я все время натыкаюсь на противоборство. Я не понимаю, неужели не ясно, что для того, чтобы форсировать главный конвейер, необходимо законсервировать некоторые объекты? И я этого добьюсь. Нет, нет, партком этого не позволил и не позволит. Сергей Сергеевич, мы сохраним нормальный ритм строительства на всех 6 основных участках. Но ведь у вас-то должна быть партийная дисциплина. Вы как партийный руководитель, вы же обязаны... Я как партийный руководитель обязан вам сказать, что так больше работать нельзя. Ну, нельзя строить главный конвейер методами аврала, штурма. Нельзя! Это я вам говорю не как парторг, а как инженер. Сергей Сергеевич, ну мы согласились сосредоточить силы на главном конвейере. Но зачем же ломать то, что с таким трудом, с таким умом было налажено? Вы лучше подумайте, что вы завтра скажете на парткоме. Люди нас будут крыть, и они будут правы. Нет, вы меня плохо знаете. Да? А, Анатолий Петрович. Да-да. Да-да, Анатолий Петрович. Нет, никаких особых трений. Работаем. Выздоравливайте. Ждем вас. Да в понедельник, наверное, буду. Нет, раньше никак. Угу. Практически он здоров. И давление, и кардиограмма, все нормально. Вы знаете, он как-то очень изменился, совсем другой человек стал. Но вы поймите, просто так это не проходит. Война. Я понимаю. А сколько он долго, его еще будет беспокоить. Ну, до свидания. До свидания. Спасибо вам. Но ведь надо что-то решать, Толя. Может быть, в санатории сначала? А если возвращаться, то не обязательно начальником. Но ведь у них сейчас все хорошо складывается. Тебе и Малышев звонил, и Мячкин, и сам Сережа. Все говорили. Да врут они! Врут! Новые фото прислали. У Андрея большие способности к точным наукам. Одни 5 по арифметике. А вот мы в госпитале. Смотри, совсем молодые. А вот Слезкин с Настей. Просто мальчишка и девчонка. Ну что ты со мной делаешь? Тебе же нельзя. Ты же сам сказал, в понедельник.
Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, пожалуйста. Молодые люди, извините, заняли. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну а как он? Какое вообще произвел на вас впечатление? Молодцом. Похудел. Даже красивее стал. Он знает, что здесь творит Родионов? Он как-то звонил мне, я ничего не могла ответить ему. Никто не может. Знаете, как-то язык не поворачивается сказать ему. А письмо с вами? Письмо? Ну, конечно же, письмо. Так ведь вы же скоро увидитесь. Ну, буквально на днях, я так его понял. Значит, нет письма. Ну, что вы так расстраиваетесь? Это же пустяки. Я не расстраиваюсь. Я тоскую. Ну, что вы на меня так смотрите? Я ведь... Может быть, вы знаете что-то больше. Что я знаю? Как достать много денег? Много денег, знаю. Как открыть беглый огонь по танкам? Знаю. Ну, во всяком случае, знал. А вот... У меня уж внуки. А вот этого... Вроде бы и не было в моей жизни. Ты видишь, как она на него смотрит? Ой, нет, ты посмотри, как она его любит. Это, наверное, незаконная дочь, и он ее здесь нашел. Да ты что, какая дочь? Ну, полюбила она старика, да и все. Не может быть. А чего они тогда тут третий месяц встречаются? Не знаю. Да ты что, еще не то бывает. Девоньки, где тут мой поднос? Не надо меня провожать. Что значит не надо? Ну, я знаю, что ты не Софи Лорен, но что я могу с собой поделать? Разве я тебе что-нибудь обещала? Ну, целовалась же на пароходе. Ой, да я вермута выпила, вот и поцеловалась. Катя, давай серьезно поговорим. Степная уже не степная. Поедем ко мне на родину, Сванете, под облаками будем жить. А закаты там такие, просто сердце замирает. А Галкина тоже с собой возьмем? Я с тобой серьезно говорю. Ты вообще где взяла этого Галкина? Калуги. Там, наверное, только такие возятся. Там, между прочим, Циолковский водился. Ну, я не то хотел сказать. А ты все время не то говоришь. Я никуда не собираюсь отсюда бежать. А корабль, между прочим, еще не тонет. Катя! До свидания. Катя! До свидания. Мы друга не бросали от испуга, когда над ним сгущались облака. А кто-то в трудный час покинул друга, и сто причин нашел наверняка. Но мы с порога. Ну, и за что я люблю тебя только такого косматого, а? Уж вы простите, уж извините, поскольку мы отныне незнакомы. Не заходите и не звоните. Где была? На самодеятельности. Ну, а потом где была? А потом с ребятами по крыше Риза гуляли, мечтали. Ну, а дальше что? А дальше к тебе пришла. Видел я твою самодеятельность. Ты что, сдурел, Иван? За целый день так наломаешься, по 15 ездок сверх нормы. А жена по крышам разгуливает. Эх ты! Катька! Катька! Мы друга не бросали от испуга, когда над ним сгущались облака. Слушай, Ванюш, давай раздавим чекушку, а то что-то не идет проклятое, а? Отвык, что ли? А? Эй! А ты что думаешь, за ней легко, что ли, в Зазерную-то ездить?
Мы друга не бросали от испуга, а когда над ним сгущались облака. Я понимаю людей, которые бегут со стройки. Вот мы привыкли жить и работать без штурма, без крика. А теперь идешь по стройке, так извините, одни нецензурные слова слышишь. Ты конкретнее, конкретнее. Конкретнее. Правильно он говорит. Товарищи, товарищи, Кикнат, закругляйся, регламент. Регламент подождет, дело не в этом, а дело в том, что даже в нашей, я бы сказал, высококвалифицированной бригаде уже появились чемоданные настроения. Это у кого? Мы с Пашей ехать хотим. Ну давай, вставай. Ну вставай же. Да ну ладно тебе, ей-богу. Нам уже полгода как квартиру выделили, а въехать мы не можем. Я больше скажу. Вот я тоже иногда думаю, не уехать ли со стройки? На БАМ. Допустим, на БАМ, да дело же не в квартире. К сожалению, она пока мне не нужна. А дело в том, как ко мне, к человеку относятся. Человек-то задается. Да, бывают такие периоды, когда мы должны поступиться своими амбициями ради дела. Товарищ Малыш, ведь дело совсем не в амбиции, понимаете? Можно мне пару слов сказать? Вы знаете, товарищи, у меня вот создается такое впечатление, что наша большая дружная семья в 200 тысяч человек, 200 тысяч. Семейка, будь здоров. Да-да, вот это, знаете ли, семейка, будь здоров, ну, прямо на глазах распадается. Вот, и началось это, товарищ Родионов, дорогой Сергей Сергеевич, именно с того дня, когда вы стали у руля стройки. Ну, бог с ним, с этим конвейером. О нем здесь очень много говорили, я не хочу повторяться. Но объясните мне, зачем надо было нарушать нормальную жизнь нашего коллектива? Его веру в себя. Зачем? Ведь от того, какими руками, с каким настроением мы будем строить этот город, этот завод, наконец, этот мир, который называется Степной, будет зависеть, как потом люди будут жить в нем. И будут ли они счастливы? То, что мы сегодня слышали, говорит прямо об обратном. Разрешите мне? Вы правильно говорите, товарищ Маркарян. Я давно ждал этого разговора. Я горжусь тем, что мне довелось руководить таким коллективом. Я понимаю, что товарищ Эльдар в горячей гордости за свою рабочую профессию бросил мне здесь слова упрека. Я понимаю, что нами всеми уважаемый товарищ Маркарян в пылу полемики поставил передо мной тяжкий вопрос о рабочей семье в 200 тысяч человек. Но понимаю ли я, что весь трудный этап строительства пал на время моего руководства? Понимаю, товарищ Маркарян. Правильно. Зато главный конвейер под крышу встает. Но если бы мы не пошли на решительную ломку всей тактики строительства, если бы мы создавали новые принципы и спрашивали согласие у Москвы, советовались с учеными, то сколько бы на это ушло времени? Вот эти самые 3 месяца. А мы, как говорится, навалились всем миром. Да, вот именно всем миром взметнули главный конвейер, и цель близка. Машина в реальном будущем. Золотая машина. Все, что было ценного в Степной, мы сохраним. И комплексные бригады, и потоки, и АСУС, и многое другое. И сделаем больше. Мы призовем все достижения научно-технической революции. Весь академический мир будет у нас здесь, в Степной. Говорит Эли. Нет, товарищи, никакими словами нельзя скрыть предательство. Выбирайте выражение. Да, представьте, и вы, и я, мы, да мы все тут предали идею Степной. Наше обещание сделать Степную примером для страны, уроком для всего мира. Наш комплекс должен быть построен самыми передовыми, самыми грамотными, самыми экономичными методами. Ведь не золотую машину обещали мы стране, а самую дешевую. И не 15 лет, а 4,5 года. И я знаю, что вы будете ссылаться на объективные причины. Там, на болезнь Борисова, на наводнение, на неувязки с проектом. Все это мы слышали. Дело не в этом. А дело в том, что у нас была единственная надежда, единственный резерв
коллектив строительства. И вот этот резерв начинает давать трещину. И в этом наша с вами вина, товарищ Малышев, парткома. Может, вы пригрозите своим уходом? Вы это любите. Нет, я не уйду со Степной. Потому что я знаю, к кому я обращаюсь сегодня. И знаю, что большинство сидящих в зале думает так же, как и я. Правильно. Я вот хотел спросить, могло ли все это быть при Борисове? Тише, тише, товарищи. Товарищ Мячкин зря тут бросался громкими словами. Не нужно сбрасывать со счетов того, что сделано за эти 3 месяца. Главный конвейер все равно нужно было строить. В конце концов, на сегодняшний день таково решение министерства. А то, что говорилось в адрес парткома, я беру основные претензии на себя. Но мы делали и будем делать все, чтобы сдать Степную в комплексе. Такова была и есть наша цель. И очень хотелось бы, чтобы Сергей Сергеевич наконец это понял. Ну, давайте остановим строительство, предадимся мечтаниям. Самое милое дело. Нет, мы будем строить, строить, строить и строить. Но в каждом выступлении, которые были здесь сегодня, мы разберемся со всей тщательностью. И мы примем решение, за которое нам всем не будет стыдно. Папа, Егорушка! А мы ужинать не садимся, тебя ждем. Ну, как дела, бойцы? Ничего, да? Рассказывайте, что у нас хорошего. Владик. Что? Ой, робот у нас новый. Ну-ка, 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 ну-ка. Возьми его. Дай-ка папе. Дай, покажи, покажи-ка папе, покажи. Вот. Ох, какой он, какой он. Смотрите. Потрясающе. За стол. О, смотри, как он побежал, а? Смотри. За стол. Идем, идем. Идем, идем. Молодцы, подъем, пошли, пошли. Так. Мама. Ну, садись. Что ты будешь? Я здесь сяду. Папа, я буду завтракать. Спасибо. Ну, как дела-то? Блеск, почти блеск. Возьми травочку. Ох, разгонят вас вместе с вашим Борисовым. Это ты зря. Одну минуточку. Один звонок. Это обком? Малышев говорит. Соедините срочно со Степановым. Здесь? Соедините. Николай Петрович, это Малышев говорит. Мне нужно срочно с вами встретиться. Нет, сегодня. Тогда я сейчас еду. Пап, что такое обком? Вырастешь, узнаешь. Мне еще огурцы надо купить, ладно? Я сейчас. Передай Зинаиде Николаевне, ладно? Анатолий Петрович, а как же я? Выкрутишься, выкрутишься. Совсем. Что, неразделенная любовь, что ли? Чего? Нам жить негде. Мы из профучилища. Нам обязаны жилье дать. Садись.
Садись! Говорил тебе, что выгружать не будем. Сегодня наряды закрывают. Да? Ни одного наряда не подпишу. Это же панели с Литейного. А мы люди маленькие. Нам что ставят, то мы и возим. С начальства спрашивай. Я сказал тебе, прекрати это хулиганство. А не будешь выгружать, сами выгрузим. Выгружай, ребята! Может, не надо? Давай обратно. Тебе хвостом теперь хорошо, денег не нужно. Мне еще 3 ездки надо сделать. А ну обратно! Останови тебя, говорят! Не разгружай! Ребята, пока! Пошли! Руши багажник! Пошли! Стой! Стой! Ну куда берешь? Теперь будете знать, те мы вам панели возим или не те. Чистоплюй! Стой, тебе говорю! Куда ты прешь? Панель! Не бойся. Быстрей, быстрей. Осторожно. А почему там скорая? Сейчас узнаем. Осади, кому говорят! Ну давай, давай! В сторону! На кого орешь? Это же Борисов! Ильдар! Да плевал я, кто он! Пусти меня! Мужики побузили, и хватит. Говорил же я тебе. Кто это приезжал? Борисов? Какой Борисов? Наш Борисов. У себя? Нет. А Малышев? Тоже нет. Лариса, вот разберитесь-ка с девочками. Позвоните Шарикову и от моего имени взгрейте его хорошенько. Ну? Мы из профессионально-технического училища. Мы у вас на практике, а жить негде. Тихо. Сейчас разберемся. Живем.
С возвращением вас, Анатолий Петрович. А я никуда и не уезжал. Так значит, все-таки главный конвейер. Ну, а кроме упрека у вас для меня ничего не нашлось. Или что, вы считаете, что я должен был уйти, громко хлопнув дверью? Ну что ж, может быть, это было бы и лучше. Лариса, разыщите Мячкина, пусть срочно явится сюда. Хорошо. Здорово, Толя. Во всем вижу твою руку. Ну вот. Это вместо того, чтобы сказать человеку спасибо. Через каких-нибудь 2 месяца главный конвейер у тебя в кармане и спи себе спокойно. Вы разучились слушать, Сергей Сергеевич. Но вам придется выслушать. Вы немедленно должны вернуть на водозабор бригаду Королькова. Вы лишаете воды сотни людей, получивших квартиры. Вы имеете дело с живыми людьми. Значит, завтра в 12. Так, держи. Ну что, панели принимать будете? Да иди ты с панелями. Как это могло случиться? Я же говорил, не обижай шоферов. Не надо было потакать халтуре. Вот сейчас 3 дня придется разгружать площадку. Да ты что, а план? Что, сами не видите, что ли? Ну вот, Штурбен, надо что-то придумать. 3 дня – это все-таки 8 секций. А нам сейчас никак нельзя сбивать ритм. Мы тебе подкинем. Не надо мне ничего подкидывать. Нет, ты мне правду скажи. Ну что, Катька? А мы с порога, вежливо такому, уж вы простите, вы извините, ну, в общем, выгнала она меня. Ну, ты ей сказал, что... Все сказал. Сказал, что ты ее любишь. Сказал, без нее жить не можешь. А она? Да отстань ты от меня. Слышал? В нашу палатку бычковое пиво завезли. Здравствуй. Здравствуй. Садись. Это она? Да. Пусть поговорят. Держи. Жаль Сашку. Ночами не спит. Может, зря вышли? Не сорвется? Может, тебе еще что принести? Нет, спасибо. Не надо. А ты знаешь, Катя так и не вернулась к Галкину. Тоже мне характер. Больше всего обидно, что это наши же парни. Если бы ты видела их лица. Что, опять не то говорю? А ты думаешь, те, кто твоего мужа убили, сразу же вот так и озверели? Не надо так ожесточаться. А, ну, конечно, лучше, как твой Борисов. Закрыть на все глаза и сделать вид, что ничего не случилось. Ты зачем вот сюда пришла? Навестить меня? Ну, так навестила, спасибо тебе. Иди. Ну, иди, иди. Выздоравливай.
Саша, тебе плохо? Простите, врача! Врача! Саша, успокойся, ну, Сань, ну выпей воды, ну, Саша. Лучше бы меня убило. Да, Саша, успокойся, да. Уеду. Да, уеду! Да она ведь тоже переживает, на ней лица не было, ну, Саша. Ну. Я ей безразличен. Литейный? Да, Анатолий Петрович. Ну, как дела? Нормально, бригады вернулись, арматура поступает. Прекрасно. Хакимов! Как здоровье, Анатолий Петрович? Здоровье у меня нормально, как твоя жизнь? Какая жизнь? Тут панели привезли, оставить их некому. Да и кран Сергей Сергеевич приказал демонтировать. Кран оставить. Слушаюсь. Ты что же, все мои приказы отменил? А я-то за столько лет почувствовал себя снова строителем. Я еще не знаю, во что обойдется государству твоя самодеятельность. Да ты выбирай слова. Товарищ Малышев, а вы чего молчите? Значит, все, что мы здесь строили, за это время, что мы здесь делали, все это рушить, ломать, поворачивать на старое? Да нет, просто строить в комплексе, именно в комплексе. Ну, знаешь, это решать не нам и не здесь. Нет, так больше работать нельзя. Может, я еще действительно молод, как парторг, но так больше работать нельзя. Ну, в конце концов, стройка, министерство, ну, должны же найти общий язык. Нельзя же бесконечно трепать нервы стройки. Малышев! Анатолий Петрович, на Литейном основные работы восстановлены. А как на водозаборе? Я сейчас туда еду. Колесный, Гигинава. Я, Анатолий Петрович, заканчиваем 3 производственные площадки под оборудование. Пойми, Сережа, в карете прошлого далеко не уедешь. Ну что ж, драться я с тобой не собираюсь. Делать мне здесь больше нечего, как видно. Я возвращаюсь в Москву, прощай. Но запомни, что на этот раз тебе это так не обойдется. Убери с лица мировую скорбь. Слушай, он ведь не отстанет. Он такое поднимет в Москве. Может, тебе поладить все-таки с Родионовым, а? Ты что мне предлагаешь? Позорный старик. Нет вопросов. И стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Увозят милых корабли, уводят их дорогой белой. Что он сказал, Дрозд? Здравствуй. Он нас не осуждает? Нет. Просто он знает, что я никого так не любил. Я тоже. Прошу свидетелей. Ой.
Раньше надо было плакать. Да я от радости. Можно подумать, у тебя две дочери. Мамаша и папаша, прошу меня улыбочки! Отныне вы муж и жена. Понятно. Прошу супругов обменяться кольцами. Оп. Ой. Я же говорил тебе. Ну и ручищи. Ильдар, помоги, пожалуйста, мне. С удовольствием. Спасибо. Поздравьте друг друга. Браво. Горько! 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 Очаровательно! А ну, доставай сюрприз. Ой, поздравляю. Ильдар, давай, давай, живей, живей, живей. Надежда. Опа! Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. А что ж ты жениха не целуешь? Можно? Спасибо. Ну, поздравляю. Спасибо. Коляшечка, это вам. Ну, дружище. Намек поняли? Смотри, смотри. Ой, две ванночки. Это намек. Все, тихо. Оркестр, все, тихо. Все. Ну что, товарищи, я думаю, наступило время так коротенько подвести базу под наше застолье, политическую базу, да? Можно? Ну, прекрасно. Прошу, товарищ Малышев, пожалуйста. Просим. Дорогие друзья, вы знаете, цель политики нашей партии – это счастье. В данном случае – ваше счастье, дорогие ребята. Вы хорошо начали жизнь. Вы красивы, молоды. Вы полны надежды, упорства. И вот, поднимаясь все выше и выше по лестнице жизни, ищите каждый день новую высоту друг в друге. Находите и поддерживайте то лучшее, что есть в каждом из вас. И горько, товарищи! Спасибо! Лариса, ты какой-нибудь иностранный язык знаешь? Немного английский. Как будет по-английски? Кикнадзе, ты дурак. You are fool, Кикнадзе. Интересно. По-русски обидно, а по-английски даже красиво. Зиночка, за тебя шампанское. Молодец. Ой, да ну что вы? Не маши руками. Ой. Сколько лет мы с тобой как родные. А помнишь, как в госпитале мы с тобой сестричками были? Кругом война. Страшно. Жутко. Давай за тебя. Давай. Не хочу. Зиночка, давай потанцуем. Спасибо. Угомонись, Аркаш. А как хорошо ты пела. Да и песни какие хорошие были. На позицию девушка провожала бойца. Неудобно. Правда, неудобно. Что ты, не Зина? Могу. Да здесь же все свои. Давайте випим за жениха. Поддерживаю то. За жениха випим. Спасибо. Ну, мы не знаем, какой он поэт, но как монтажник он прекрасный. Это зависит от способностей. А ты знаешь, какие способности должны быть у поэта? Какие? Как у Роберта Рождественского. Правильно, правильно. Сначала он поработает монтажником, а потом и в поэты выбьется. Ой. Ну что, монтажники, принимайте шоферскую мировую. Старик, ты на нас не обижайся. Мы знаешь, шофера народ какой. Горячий. Да я не обижаюсь. Ладно. Ты мое васильковое слово. Я навеки люблю тебя.
где живет теперь наша корова? Грусть соломенную черебя. Ну, наконец-то разродился. Дурочка, это же Есенин. Ну, если только Есенин. Ну, а чего вы смеетесь? Хорошие стихи. Время проходит, меняются дни. Нам нелегко достаются они. Все, что обещано, все, что завещано, помни и в сердце храни. Мы научились не только мечтать, строить заводы и к звездам летать. Наши скитания, наши мечтания детям хотим передать. Мы надо соображать, когда завариваешь такую кашу. Да. Ты что думал, дело не дойдет до совмина? Я-то как раз думал. Но кто мы, в конце концов? Государственные деятели. Ладно, ладно. Пока без Борисова мы с тобой не очень-то еще много стоим. Ничего, завтра посмотрим. Мы доли иной, только бы надо заветной весной. Встретить и вообще, ты знаешь, хотелось бы побывать с тобой во всех местах, где когда-то что-то строил. Или вдруг на берегу какой-нибудь речки, морском берегу. И главное, чтобы никого вокруг, до самого горизонта. Извините, Анатолий Петрович, у вас срочно к телефону. Прости. Толя, это я. Мы ждем тебя. Обязательно приезжай как можно скорее. Толя, это же неудобно. Я больше не могу, ты понимаешь? Аркадий. Аркаша. Придумай что-нибудь. Кажется, мне придется просто убить тебя. Ну хорошо, убьешь только завтра. Ну, завтра без меня это сделают в Москве. Здравствуйте, прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Обслужи их. Вот здесь. Классно танцует, дочка. Дурак. Это я дурак. Ничего. Все будет хорошо. Все это время. Часами стояла под вашими окнами, пряталась, чтобы меня не заметили. Я так хотела вас видеть, что мне иногда казалось, что я схожу с ума. Прошу вас, не бойся за меня. Просто я стала взрослой. И знай, что навсегда для меня будешь. Ты всегда рядом, где бы я ни была, и что бы со мной ни случилось. Только ты.
Анатолий, здравствуйте. 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 Добрый день. Здравствуйте. Как долетели? Прошу. Зампред ждет вас. Ну что молчишь? Ждешь, что я скажу? Жду. Мой совет – гни голову пониже, а характер свой спрячь в самый дальний карман. Николай Николаевич, это знаешь, Николай Николаевич. Итальянцы прислали документацию на главный конвейер. Придется все переделывать, начиная с фундаментов. Да не в этом дело сейчас. А голову гнуть что, мне одному? Да нет, придется голову гнуть всем. Но если твоя гордая голова будет торчать, то слетит первой. Значит, конфликт вселенского масштаба. В основном твоими стараниями. О, Анатолий Петрович, да ты прекрасно выглядишь, молодец, молодцом. А кто-то врал, что ты болел. Ну, надеюсь, Саумину претензий нет. Мы дали все, даже больше. Ну, хорошо. Давайте поговорим. Товарищ Малышев, вы как будто инициатор сегодняшнего совещания. Прошу. Степная прошла больше половины своего пути. Но наши разногласия не кончаются. Требование завершить строительство Степной по укороченной схеме, то есть форсировать главный конвейер, привело к тому, что Степную буквально лихорадит. Нельзя руководствоваться расчетом министерства, мол, сойдет машина с конвейера, и победители не судят. Партком считает, что это будет не победа, а очковтирательство. Мы просим раз и навсегда решить этот вопрос. Кто будет говорить? Положение со Степной действительно очень трудное. И в какой-то степени в этом виноват я. 4 месяца назад были основания считать, что Степная будет сдана комплексно. Но сейчас, когда строительство действительно лихорадит, я как строитель и как министр не взялся бы утверждать, что Степная может быть доведена до сдачи в комплексе и в срок. Разрешите мне. Именно забота о государственных средствах заставила нас форсировать главный конвейер. Стране нужна машина в срок. И товарищ Малышев должен понять, что упрямство и нежелание считаться с реальным положением дела до добра еще никого не доводило. А выносить наши внутренние дела на такой высокий уровень, право ваше, конечно. Но если думать об интересах государства, то невольно приходишь к выводу. Или вы будете считаться с мнением руководства, или надо будет думать о том, кто доведет стройку до конца. Все. Все. Анатолий Петрович, ты что, плохо себя чувствуешь, может быть? Нет, нет, спасибо. Ну так что, будем решать? С деньгами мы вам поможем, а сроки, сроки нет, это уже закон. Здесь из нас никто не властен. Каких-нибудь полгода назад, когда были все основания сдать Степную в срок, в комплексе, мне не поверили. Строителю, у которого за плечами 8 сложнейших строек, которого вроде бы как будто все и уважают, оскорбили недоверием. Отчего же теперь, когда Степная перевернута с ног на голову, мне дают деньги, которых раньше не давали, облекают полнейшим доверием? Но почему мы все время сами создаем себе трудности, которые потом героически преодолеваем?
Я не хочу больше в этом участвовать. Я устал. Извините. Да-да, конечно, конечно. Продолжим совещание завтра в том же составе. Анатолий Петрович, может... Спасибо, у меня свое. Ну что? Пришли в Совет Министров выяснять отношения. Да как ты мог дать Родионову уговорить себя? Ведь Борисов прав. Но стране нужна машина. Если нужно будет, мы снимем Родионова, снимут тебя, снимут меня. Но она будет в срок. Да ты хотя бы понимаешь, что только Борисов может довести Степную до конца. Коней на переправе не меняют. И чтобы завтра же во что бы то ни стало, он в 10 часов был на совещании. Шум начинаешь, Андрей Васильевич, за первые 6 месяцев работы и уже выговор. Пока устный. Все, хватит с меня. Разрешите? Анатолий Петрович, опять приехали. Сказано вам, ресторан закрыт? Это со мной. А, сын? Пошли, ребята. Все еще не унимается. Все такой же горячий. Номер освободится только через полчаса. И что вы привязались к этой гостинице? И номеров нет, и ресторан на ремонте. Сейчас все организуем. Давайте выпьем за этого человека, за старого солдата. А как же, он здесь в госпитале лежал. Я потом тебе его палату покажу. Его же здесь с того света вытащили. Ладно, будем здоровы. И не вздумай уговаривать меня. Кончено. Уговаривать? Да о чем? Я думаю не о вас, а о деле, которым мы оба отдали самих себя целиком, без остатка. Я думаю о людях, которые даже не подозревают, насколько их судьба связана вот с этим разговором. А ведь их 250 тысяч. Это даже не армия. Это фронт. Ha ha ha!
Я же говорил. Извините, прокомментируйте, пожалуйста, чем особенным для вас этот праздник? Пожалуйста. Этот праздник для нас особый праздник. Вы знаете, вот с конвейера сошла первая машина. Это большая радость для нас, ради чего мы здесь строим, живем и работаем. Спасибо. Молодец. Хорошо сказал, слушай. Я... А? Конечно. Эльдар, познакомь. Да. Время проходит, меня затянули. Мадонна. Достаются они. Эгоист. Все, что обещано, все, что завещано, помни и в сердце храни. Мы научились не только мечтать, строить заводы и к звездам летать. Наши скитания, наши мечтания детям хотим передать. В пустыню приходит вода, вместо палаток встают города. Солнцем пропитаны, стужей испытаны, дружбе верны навсегда. Не пожелаем мы доли иной, только бы надо заветной весной встретить любимую, неповторимую и не пройти стороной.